Абдул-Рашид, задержись на секундочку. Один из самых популярных на сегодняшний день в мире борцов Абдул-Рашид Садулаев. Скажи, пожалуйста, чемпионат России – это проходной для тебя? Легкие соперники, легкие схватки? Нет, конечно. На чемпионате России никогда не бывает легких схваток. Иногда говорят, что выиграть чемпионат России намного сложнее, чем чемпионат Европы или мира. Поэтому здесь не бывает ни одной проходной схватки. Очень редкое явление, когда ты в схватке пропускаешь. Вот здесь в финале парень взял 2 балла. Как так получилось? Ну, это спорт. Здесь нет ничего такого. Я также мог бы сегодня проиграть. Поэтому здесь ничего такого нет. То, что я баллы раздаю. Ты один из тех, кто очень хорошо катит в партере. И опять-таки в финале пошел. Вроде бы чуть-чуть не хватило. Почему не получилось? Ну, парень тоже неплохой, из улицы пришел. Он высокий, гибкий. Мы с ним еще на сборах боролись. Ну, немножко чуть-чуть так поверхностно знаем друг друга. Поэтому и весом тоже они не уступают. Поэтому так получилось, наверное. За кем из иностранных спортсменов, помимо традиционного Кайла Снайдера, следишь и изучаешь? Из своих соперников или... Да, в твоем весе иностранцев. Ну, их там много. Особенно в последнее время потянулись наши старые аксакалы. В лице Хаджимурада Гацалова, Магомеда Ибрагимова, Шарипа Шарипов. За всеми за ними слежу, болею, переживаю. А вот иранец, который был дисквалифицирован и который выиграл уже у американца, его изучаешь? Он не новый. Да. Мы еще в старом, далеком 2014 году в Ташкенте мы боролись в одном весе. Правда, мы с собой не попались. И после его дисквалифицировали, по-моему, на 4 да. года. И сейчас вернулся. Ну, если, конечно, чемпионат мира будет, я думаю, мы там встретимся. Как говорится, ковер покажет. Да, и последний вопрос. Вот заметил такую особенность. Ты разминался перед первым кругом. Ты так калачиком свернулся и лег спать. Как можно спать в такой ситуации? Ну, у меня нервная система в порядке, поэтому зачем мне переживать? Пускай другие переживают. Вот удивительный человек, которого называют русский танк с удивительной психикой. Поздравляем. Да. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить всех тех людей, которые причастны к этой победе, всех моих тренеров, моего личного тренера Шамиля Амарова, к которому мы вместе готовились. Также хотел бы поблагодарить всех людей, которые за меня приехали болеть, которые смотрят за экраном телевизоров. Хочу передать большой салам родному Дагестану. Я думаю, там сегодня очень болели, переживали. Всем хочу огромное спасибо сказать. Я добавлю со слов братьев Белоглазовых, у которых хорошие контакты за рубежом. Сейчас очень многие смотрят, и американцы смотрят, и иранцы, и турки. Они в шоке от нашего чемпионата, что не может не радовать, согласись. Спасибо, да, есть такой. Чемпионат России всегда он выделялся, поэтому все другие страны, которые смотрят, болеют за вольную борьбу, они, конечно, естественно, будут смотреть и переживать.